Мой прадедушка Балюнов Иван Демьянович родился в 1910 году в деревне Крупец Добрушского района, откуда и призывался в июне 41 года. Он прошел всю войну, был ранен, вернулся домой инвалидом. За свои боевые заслуги он получил медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, медаль за взятие Сталинграда, был удостоен ордена Красной Звезды. Его дочка, моя бабушка, Надежда Ивановна Аксенчикова, жила в это время со своими братьями и сестрами в деревне Крупец, которая была сожжена. И случайным образом, чудом каким-то, им удалось спастись. Когда хоронили моего прадедушку Ивана, школьники из местной школы в деревне Крупец несли ордена и медали на красных подушечках. Я очень горжусь своим прадедом и буду передавать память о нем своим детям, внукам и правнукам, чтобы они помнили, какой ценой досталась нам победа.